Ребята, всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. И сегодня поиграем в зомби сафари. Будем выполнять оставшиеся задания. Давайте откроем сначала сундук. Так, ничего необычного здесь у нас нет, как бы. Так, хорошо. Это поставим на открытие пока. Так, 3 часа будет у нас это производиться. Так, ну что, поехали. В принципе, улучшать больше нечего, наверное. Единственное, что... Давайте посмотрим пушки. Так, это есть. В принципе, электрическую пушку можно немножечко апгрейдить. Или не стоит. Давайте ракетницу, что ли. Так, сегодня продолжаем на полицейской тачке, кстати. Давайте вот эту тоже на остатки кристаллов. Так, нормально. Нормально, нормально, все нормально. Ну что... Так, ладно, поехали. Посмотрим, что нас там ждет, ребята. Так, 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 так. Смотрим на карту и видим следующий, ребята. Так, ой-ой, зомбики-то понятно. Зомбики-то их всегда видно. Так, нам нужно ехать. На что нам нужно ехать-то? Либо на розовой точке, либо на синей. Я ж не помню. Так, синий это у нас задание или... Задание или флажки? Так, подождите, давайте разберемся. Так, что-то я ж не помню. Ладно, сейчас доедем, посмотрим, что гадать-то. Гадать нет смысла, это проходил. Так, зомбяшки, ага, посторонись, я не хочу вас давить, не хочу, вы такие милые. А, тебе получится, нет, заехать. Ать. Ага, конечно, да-да, ага, герой, заехал, да-да, конечно, заехал. Прям в легкую залетел просто. Так, эй, вы меня сейчас уничтожите. Ребята, что за дела-то? Что за дела? Нам бы хпшечку восстановить. Полицейская тачка, давай, ладно. Едем, едем наверх. Опа, заехали, отлично. Так, что дальше? Дальше что у нас здесь на мостик? Сейчас на мостик заедем и переедем на ту сторону. Так, ай, по мосту переедем на ту сторону, я сказал. Так, ого, сейчас мы туда прям, опа-па-па-па-па, давай-давай-давай, греби, есть, ребята, получилось, смотрите-ка. Так, и здесь у нас розовая точка, а, розовый это все-таки флажок, синенькая это у нас не флажок. Ну, остается у нас тут сколько, 43% остается на этой карте пройти. Всяких заданий, флажков собрать. Флажки у нас розовые. Это у нас 3 штуки. 3 флажка остается на этой карте. И синеньких кружочков 5 заданий. Понятно, понятно. А где он? Где-то внизу. Ребят, нужно нырять вниз. Я боюсь. Стой, стой. Только не переворачивайся. Полицейская тачка, не чуди, пожалуйста. Ай, зомби, не трогай меня. Я сегодня безобидный. Нет! Нет! Какашка, не кидаются, старт! Быстрее старт! Смотрите-ка, все-таки выжил. Дым квадратный идет, правда, но ничего страшного. А что нужно делать? Зомби лефт, зомби лефт 3. Вот этих зомбяшек, этих заряженных, нужно нам уничтожить. Ребята, у меня машинка дымится, смотрите, уже какой-то оранжевый, желтый дым пошел. Ребят, когда я еду, у нас дым становится каким-то желтоватым. Да, смотрите, ага, действительно. А когда останавливаюсь, он начинает дымить черным цветом. Ой, а ты че, упал и все, разбился, ребята? Он упал и разбился, и мне засчитали одного зомби. Одного зомби с доспехами, с этим, как его, с бронежилетом. Ай! Вон тот чувак взрывается, кажется, он меня запалил. Давай, 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 взрывайся скорее. Так, где бы еще найти? Ой, у меня их хпшечки-то нету. Так, что-то не то, ребята. Ой, давай, 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 я вижу ракетницу, отлично. Давайте-ка сейчас мертвую петлю сейчас преодолеем. Опа, может там что есть? Фиолетовый сундук еще где умудрился. Вау! И стоять, стоять. Так, аккуратненько. Ага, вон толпа зомби, толпы тут просто... Толпы, группа, группировка, ребята. Так. Вредный зомбяшка, где найти-то?
Где тебя найти? А, еще одного нужно найти, кстати. Уже успел кого-то где-то уничтожить. Ой, эй, а как это произошло? Ребята, сам по себе как-то он уничтожился и мне засчитали. Так, а теперь нужно срочно найти нам... Найти нам нашу базу. Так, а наверху там что-то есть. Ну, база вон там где-то у нас. Сейчас, секундочку, ребята. Так, это что-то происходит, а? Нам нужно налево. А как по трубам? Никак не получится. А, придется прыгать вниз. Придется... Да что ж я кручусь, верчусь-то на одном месте. Ладно, поехали, все, хватит чудить. Так, попробуем вот так перепрыгнуть. Ой, конечно, ага, герой. Да. Как будто у нас полицейская тачка умеет летать, а? На что я надеюсь? Так, ладно, едем дальше. Сейчас мы справа это все дело объедем. Ууу, нет, только не палите в меня. И иначе я просто в щепочки разлечусь. Моя тачка. Ай, разок только тюкнуть. И все, наверное, ее не будет больше полицейской тачки, а взорвется. Ай, нужно мимо них проезжать. Не успел ударить, не успел этих можно шибануть. Так, отлично. Ой, еще и часики взял. Все, Enter. Фу, ребята, пока у нас идет восстановление машинки. Да. Дождем немножечко. И почти готово. Ладно, выезжаем. Окей. Так, одно задание выполнили. Я вижу, там у нас впереди что-то еще не пройденное. Так, это вот задание. Я думаю, что это флажки. Хотя нет, смотрите, джамп какой-то, режим хард. Ничего себе, а, как я это должен сделать? Ой-ой-ой-ой, еще и флажок тут розовый. Ух ты, смотрите. Хард? Вы издеваетесь, это проще простого было. Это было проще простого, ребята, на самом деле. Так, к сожалению, флажок не взял. Ой, придется нам вернуться скорее, пока не заплевали нас всякими этими вредными зелеными штучками. Так, что тут у нас сползут? Что с дела-то? Придется нам прорываться через этих бам-бам-бам. Какие вы жирные, я вас еле пробил. Да куда я еду-то опять, а? Что ж за дела-то? Так, ребят, нужно заехать как-то. На гору. Дай попробую сейчас вот так вот сейчас как залетим. Вот так вот. Давай карабкайся, ну полицейская тачка. Ты чё такая слабая? Ха. Ой, зомби там катается. Ребята, смотрите, они катаются. Так, а где бы попробовать все-таки залететь, а? Вот так уж попробовать. Бачком немножечко. Давай. Нет, не может. Так, придется оттуда как-то заехать. Вот здесь примерно. Вот так, давай. Есть! Смотрите, залетел. Так, здорово. И едем тогда. Берем сейчас эту. Флажочек, розовый флажочек. Мы тебя сейчас активируем. Заберем кристаллики и поедем дальше выполнять задание. Так, есть. Ребята, здесь у нас все пройдено. Нет, не падать. Хотя нет, да, через мост сейчас проедем. Вон туда прям на следующее задание. Там флажочек рядом. И еще какая-то миссия. Эй, ну хватит уже считать стеночки. Да хватит уже. Так, смотрите. Где мертвая петля? Вижу, там что-то у нас есть. Какое-то задание. Так, синенький у нас тут. Синенький сундук. Но нам он, в принципе, пока не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты, пулеметик взял. Так, и что? А мне туда надо? Так, мне туда не надо. Мне нужно налево. Вон туда куда-то надо. Наверх как-то нужно заехать. Ничего себе. Так, ладно, давайте по мосту сейчас проедем, пока здесь. Так, этот флаг активирован. Сейчас проедем туда, посмотрим. Ага, я там задание уже выполнял. Главное не слетать отсюда. Главное не слетать. Так, не слетать, главное. Убей этого. Есть. Так, здесь все активировано. Ого, смотрите, электрическая пушка у нас тут
Отлично. Так, и как-то нужно умудриться. Ладно, спрыгиваем пока здесь. И попробуем там как-нибудь заехать. А для начала прыг-скок небольшой. Есть. Так, справа сейчас мы попробуем. Здесь что-то типа винтовой лестницы, что ли, получается. Да, винтовой такой заездик. Или нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Электрическое. Ага, вот оно что, ребят, оказывается, вот отсюда нужно заезжать. Я понял. Я понял. Полицейская тачка, давай покажи всю свою мощь. Ты должен это сделать. Ты должен залететь просто. Ух ты! Ох, как красиво! Наверное, красиво. И все. Так, ребята, едем дальше, главное не падать. Главное не падай, полицейская тачка, не падай. Так, я добрался до контрольки. Какой контрольки? До этой, до миссии. Так, подожди. Я хочу взять флажочек, а как его взять? Ничего себе, тут самолет стоит. Прикольно, ребята, смотрите, самолет, реально самолет. А вот флажочек. Есть, теперь смело можно выполнять задание. Ох, не падать, я сказал. Ой-ой-ой-ой, опасно. Да, в принципе, если упадем, то залетим обратно, ничего страшного не произойдет. Так, средний режим, средняя сложность. Так, гоу, давай, гоу, поехали. И что, здесь мне нужно набрать скорость, похоже, да. Ёх ты! Отлично! Пролетел через это кольцо. Отлично, ребята, есть. И остается у нас два задания и один флажочек. Ну-ка, поехали туда. Сейчас мы там разберемся, что за дела-то. Так, вот здесь лучше ехать. Отлично, так, вижу я там наш домик, где можно восстановить машинку. Не знаю, может, заедем, восстановим, мало ли чем. Так, давайте только быстро сейчас восстановим. Ну, в принципе, там и восстанавливать-то нечего особо. Поэтому это все быстро произойдет. И выдвигаемся дальше. Так, справа, поехали справа. Где флажочек? Так, я не вижу флажочек. Ага, вон светится, ребята. Вот на горе светится. Часики не взял. Спасибо, кстати, за подсказку, что эти часики у нас скидывают время открытия сундучка. Не то, что скидывают, уменьшают время открытия сундучка. Эй, у нас полный. Так, эпический сундук. А давайте-ка вот это активируем пока. Так, и что у нас здесь? Weapon Supply, что-то, бла-бла-бла. Вот это ставим. И поехали дальше. И что у нас, ребята? Два задания остается. Один вон там справа на горе. Так, здесь, наверное, что-то связанное с прыг-скоком. С этого трамплина. Хотя нет, босс файт. Так, битва с боссом. Мы тебя напоследок оставим. Давай-ка туда съездим наверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично, тут кристаллики еще валяются, бесплатные, здорово. Ага, электрошокер, ты вообще красавчик, молодец. Вот это вот еще задание. Это будет сделать несложно. Главное взять разгончик. А почему ускорялки нет? Почему нитро нет? Обычно в таких ситуациях нитро здесь лежит. Ой. Кажется, немножечко переборщил, да? Ага, задел края кольца, ребята, смотрите. Так, ладно, они убрались. Ого, еще внизу что-то вижу, еще очередная пушка у нас электрическая. Эй, чувак, ты еще там стоишь? На, понял? Не подходите сюда. Не подходите. Так, а где босс, битва с боссом? Все, ребят, последнее задание у нас остается. Прогресс карты 73%. Чувак, брось этот стул. Он тебе не нужен. Так, отлично. Давайте посмотрим, что за задание. Босс файт. Эй, чувак! Электрошокер, на что ты способен? Ну давай, ты чё, всего четверых? Четверых всего убираешь? Эй, и пушка все у нас закончилась. Вы чё, издеваетесь? Дайте нам... Ой, это что, молоток такой огромный красный?
Кстати, возьмем, не берется. Да что ж ты будешь делать? Так, еще что у нас? Электрический, еще очередная пушка. Ребята, тут полно пушек рядом валяется, в принципе. Так, это босс? Я надеюсь, это босс. Что-то я его больно легко просто уничтожил, ребята. Ну, понятно, у меня же электрическая пушка самая последняя навороченная, поэтому она урон, в принципе, неплохой наносит. Но на данный момент, в принципе, ракетница у меня самая чумовая. Самая чумовая, которая наносит урон, это у нас ракетница. Так, ребята, прогресс 75%, а что еще у нас остается? Я что-то не понимаю, ребята. Вот эти вот темненькие у нас какие-то заставы. А, это Подождите, это что у нас? Ну, это... Ничего себе, можно открыть что-то новенькое. Очуметь, ребята. Новую карту можно открыть, дальше продвигаться. 1000 кристаллов нужно копить. Так, эй, подожди, не падать. Я что-то думаю, что там наверху что-то есть. Возможно даже... хотя нет, там ничего нет, наверное. Там, наверное, ничего нет. Давай наверх запрыгнем сейчас. Ой, какой-то я ящик, сундук подобрал. Не долетел еще выше. Так, хорошо, давайте съездим еще вот дальше. Дальше съездим, посмотрим, что это за... Что это за новая локация будет. Ну там подальше видно, что это за новенькая очередная локация. Да что ж тебя мотает-то, а? Что ж тебя перекручивает-то? Так, как же до тебя добраться? Давай, брось стул, а то уронишь. Так, отлично. Frozen Lake. Я не знаю, открыто, закрыто. Ой, хард. А, я там был, кстати. Ага, смотрите, аж прогресс там 30%. Бонус 10%. Ладно, поехали тогда на следующее. Посмотрим, что там. А там, наверное, возврат. Возврат к предыдущей карте. Самой первой, возможно. Так, ладно, поехали к первой карте. Сейчас посмотрим, что там нас ждет. Куча зомбяшек. Просто ушатываем по дороге. Просто уничтожаем. Ай, да что ж ты будешь делать? Куда заехал-то? Так, давай наверх. Дуй наверх, сказал. Ой, и чё ты не можешь заехать? Ах, ты ж слабая тачка. Надо тебя поменять. Наверное, танк надо взять какой-нибудь. Или броневик. Ой, только не говори, что здесь тоже не можешь. Да что ж ты будешь делать, ребята? Что с дела-то? Давай, только не застрянь. Ну все. Смотри, через камни проехал как-то. Так, придется все это дело объезжать. Не люблю объезжать. Так, ребят, давайте на это пока тормознем, да? А в следующем выпуске посмотрим, что там у нас на предыдущей карте, какие задания еще не выполнены. А пока на этом тормознем, да. Так, смысла нет пока кататься. Ладно, вы были на канале Pop Fun 2 Машинки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, да. Жмите на колокольчик. На этом все. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.